Всем привет, чувачки, с вами Мел Скел. И со мной сегодня Настя. Всем привет! И сегодня у нас Новый год. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Run. Какой красивый у меня костюм. Хочешь посмотреть? Смотри. У меня особенный Новый год. Я собираюсь 2022 так отмечать. Это мой брат. Нет, я сестра. Вот так и становится наша корейка. Ой, какие у тебя трусики элегантные, Антон. Это не трусики, это трусище. Надеюсь, меня за это не забанят, Настя, слышишь? Господи, как это ужасно. Да это хорошо, смотри, как... Давай тимиться. А ты меня видел? Да, у тебя вообще маска какая-то из бороды. Сегодня мы будем играть с нашими подписчиками, так что если ты не подписан, обязательно подписывайся и ставь лайк. Я скидываю вам ссылочку. Какая же у меня ужасная шапка по сравнению с твоей. Это просто трендец. Милый зайчик какой-то. Убейте меня! Сегодня мы перед Новым годом решили вспомнить 2021 и поиграть в Башню Ада! Потому что Башню Ада я с 2021 вроде бы начал играть. Какой 2021? Такие костюмы, собственно. Ну да. Погнали, погнали! Все сошли! Всем привет! Поехали! У нас всего лишь 5 минут, мы должны сегодня выиграть. Честь 2022. Какой сегодня ролик, такой и весь год. Че, ты сразу умерла? Настя, почему именно после этих слов? А в смысле я тоже умер? Ну вот, я же тебе говорю, тут надо максимально камеру, короче, отдалять и проходить, потому что эти штуки, они ездят. Нифига себе. А не хочешь что-нибудь прикупить? А у меня ничего нет, у меня 300 штук. В честь Нового года Дедушка Мороз купит себе пружинку. А мне Дедушка Мороз, я себе хорошо вела в этом году. Ни я не помню такого, если честно. Ну, пожалуйста. Я такого не помню. По-братски прыжок всем. А все, поздно. Да что ж такое, я не могу пройти эти светящиеся штуки. Я прохожу одну и не могу пройти вторую. Настя, просто ты лошпед. Давай, мы должны выиграть. Ребят, реально, если мы выиграем, 2022 будет шикарен вообще. Прям самый лучший год в вашей жизни. Это как пройдешь Башню Ада, такой год и будет. Да. Как Новый год встретишь, так и мой проведешь, почему я умираю? А ты веришь, кстати, в эту фразу? Да. Слушай, я этот Новый год встретил вместе с роликами, с монтажом и со всем этим. Знаешь, год примерно такой получился, если честно. Лошпед. А я уже на фиолетовом. Чё? О, это было тяжело, я на зеленом. Так как ты выигрываешь, если у тебя нет пружинки? Я еще тут попрыгунчик. Чувствую, Новый год будет хороший только у тебя, Настя. А я себе шляпку одела, мне дедушка снеговик дал. Дедушка снеговик? Да. За то, что ты ему вставила морковку. А кто купил? Кто такой святой человек? Ой, святой, двойную пружинку мне взял, получается. А ты проиграешь с ней? Нет. Да, ты проиграешь с ней. Нет. А я не буду тратиться на пружинку, типа, ну какой смысл, если я смогу себе в следующем раунде в новом просто купить все и все. Не забывай, мне Дедушка Мороз робуксы под елочку принес. Блин, нет, неправда, ты их сам купил. Не-не-не, это Дедушка Мороз. Все. Какой он хороший, дядька. Ребята, а Дедушка Мороза не существует. Ты чё рассказываешь? Неправда! Ты чё, охренела? Меня мог кто-то предупредить, меня наказали, Антон. Так вот именно, Дедушка Мороз и наказал тебя. Какой X... X2, все, уже все прошли, все. А ты такой лошпед, я уже тоже... Нифига себе, сколько кто-то всего богатый, купили, он все накупил. Это ты купил? Нет, это тогда-то из моих богатых подписчиков. Офигеть, теперь же на изи просто пройти. Какой хороший Новый год будет, богатый, наверное. Я надеюсь на это. Вообще не страшно, теперь я все пройду. Спасибо тебе. Ты в самом низу, да? Нет, я на зеленом. Это ты только в самом низу, а я наверху. А ты где? А я уже почти прошла, красненький прохожу. Мамочки родная, тут овер сложно, Антон. Ускоришь время, я тебе зубы выбью. Хорошо. Хорошо, ускорю. Слушай, я так сосредоточенно играю тупо из-за того, что у меня тут такие левелы. Такая... А чё ты меня кривляешь? Я почти прошла, посмотри на карту. Сейчас все ускорят, Антон, сейчас капец будет. Чё, все наверху же? Один я внизу. Ну тогда посмотри на карту, я тоже наверху. Слушай, минута, минута, минута. Ты что-то прошла? Я на коричневом, я на последнем цвете. Да какой коричневом? Таких цветов не существует. Я на оранжевом, я на оранжевом. Да 50 секунд, купите еще время, пожалуйста. Я упала, но я упала. Лохушка, лохушка, лохушка. Тут не ускоряйте время. Антон, ну я почти прошла. Я упала в самый низ. Я в коричневом.
коричневом, я в коричневом, я в коричневом. Я упала в самый низ. Какой приятный шоколадный цвет, ура, давайте в конец, мне нужно пройти, пожалуйста, ради того, 2022-го. Так, хорошо, Срон. Я покупаю себе опять пружинку, мне пофиг, какой тут уровень, я богатый. Да зачем? Потому что я могу себе ее позволить. А что все стоят? Кого ждем? Настя, что мы ждем? Мы ждем лифт. Какой? Чего? Здравствуйте, приехали. Ну, еще не приехали. Что за сложности? Это очень сложно, это очень сложно. Нифига себе, зато какой крутой уровень. Какой крутой уровень, я первый раз такой вообще вижу. Это после обновления. Мне кажется, да. О, щит купили, спасибо. Какой новогодний уровень, приятный, зелено-красный. О, снежок такой еще идет. Прям настроение появилось. Напишите в комментариях, есть ли у вас новогодний настроение. Я чуть не упал, ты че, дурак. О, Настя, куплю щит в следующем раунде. Спасибо, в этой игре уже купили. Антон, мы сейчас всех выиграем. Слушай, я не уверен, что мы выиграем, ты посмотри. Смотри, какой первый уровень, огромный высоту. Посмотри просто на карте. Огромный, но мы почти вот прошли уже. Тут очень стрёмный уровень. Тут очень стрёмный. Оп! Так, я не упал! Ой, я живой. Я не знаю, как этот уровень проходить, честно. Но мне нравится очень сильно лифт. Очень красиво выглядит. А ты где? Я вот тут. Я упала. Я просто пошла вниз. Ради 2022-го мы пройдем. Я покупаю себе пружинку. Я не выдер... Ладно, тем более я покупаю пружинку. Я прыгаю выше всех теперь. Ой, Антон, я кому-то между ног смотрю. Не надо. Самый бесячий уровень пока что у нас красный. Он мне прям очень сильно не нравится. Мне показалось так легко, так круто. Вообще, какие интересные уровни. И какая-то параша просто. Я упала просто вниз. Почему она не появилась? Я не понимаю, что за херня вообще. О, привет, Настя. Мы такие с тобой новогодние. Это просто самый странный уровень, который я только видел. Просто весь зеленый. Антон, может, промотаем, а? Ну все, следующий год, 2023. За 2023 проходим. 2022 что-то такое себе, да, уже? Ну, как-то не очень. А я буду специально смотреть все зеленые собирать вот эти вот. Собирайся. Изи. На платформочку. Оп! Так! Неужели? Смотри, куда мы прошли! Офигеть! Чё? А как дальше? А чё так дальше? Так же абсолютно! Антон, мы не пройдем, мы упадем. Держись! Это реально сложно сейчас будет! Оп! Ты упала! Привет! Пошёл этот уровень в сраку! Мы почти прошли! Мне кажется, я пройду. Антон, ты прошел! Спасибо! Спасибо, кто бы ты не был, кто бы не добавлял время, спасибо! А расскажи, пожалуйста, что там дальше? Дальше там рай, Настя, там так прекрасно, жаль, тебя здесь нет, тут так красиво, ох, аж сердце замирает, такой красивый уровень. Слушай, ты знаешь что, тут прям новогодняя атмосфера, такой снежок идет, серый уровень, зеленый, красный. Красота. Мне кажется, это специально так добавили. Папа, я почти прошла, Антон, я почти прошла. Так красиво, я просто не могу, дышать хочется. Нет. Я почти рядом с голубым уровнем, мне чуть-чуть осталось. В жопу уровень, все. В жопу уровень. Простите меня за все. Ты оставляешь печенюки возле своего камина. Приходит вот это. Dungeon Master. Дед Мороз красный. Эй, ну. Новый уровень! Ура! Я так долго его ждал на самом деле. А что это такое? Сейчас, подождите. Так, я какую-то штуку купил прикольную. Какую? Не знаю, сейчас попробую. А что ты купил? Расскажи. А я не знаю, что это. Сейчас, подожди. Как им этим пользоваться? Что я купил? Подожди. Как удобно, трындец. А что ты купил? Крюк. А, так он бесполезный. Спросил бы у меня. Спасибо, блин. Так я бы тебе сказала. Я как-то один раз тоже его купила, так он бесполезный вообще. Ты там все подряд скупаешь? Да. Я купил какую-то фиолетовую пружинку. А, она, наверное, посильнее просто, да? Фиолетовая — это комбинация скорости и гравитации. А, круто! Я две купил. Так, ну теперь я намерен точно, что мы пройдем. Что-то изи на самом деле. Ты-то намерен, а я думаю, Роблокс думает по-другому. Ничего, сейчас ради 2022-го, ребят, за вас, за мать родную. И за твою тоже, мать. Я опять упал
упала вниз на зеленое. Почему мне так не везет? Дурацкая пружинка. Сейчас надо будет ее снять. Что это за человек-паук через вселенные, блин? Что тут делать надо? Я на фиолетовом. Я на фиолетовом. Привет, Пась. Я упала обратно на синий. Да что такое? Почему мне так не везет? Слушай, у меня есть ощущение, что я четко пройду. Тут тебе кажется. Так, я на синем! Я тоже снова на синем. 2022, жди меня! Ты тоже упал? Нет. В смысле? А ты же сказал, ты на синем. Я на следующем. Ты на синем верху, чего? Да! 2022, ради тебя! Сразу видно, у кого 2022 будет лучше. Да-да. Да! А ты сомневалась? Я опять упала на синий, я не могу пройти этот фиолетовый. Это сложно. Привет, Настя. Что ты тут делаешь? Да лежу, отдыхаю. Что я сделала, я не поняла, но это прикольно было. Что, упала? Да, там нереально, Антон. Я не знаю, как ты это проходил. Я упала на следующем синем. Невозможно, я, возможно, знаю точно. Пройти башню ада неосторожно. Почему я который раз... Я залез! Куда ты залез? Да надо туда залезть. Подожди, что? Ты почти прошел? Да. Как? Аккуратно. Как? Это что, я такой лошара, что я не могу даже с этими ништяками пройти? Я ненавижу Roblox. Да почему он всегда такой сложный? Это последний. Я на последнем уровне упал? Ну да. Смотрите этот ролик до конца, я вам отвечаю, я пройду. Я психану, но я пройду 100%. Антон, я прошла. Какая ты молодец. Так изи же синий, как ты его не смог пройти? Антон, давай, еще 23 секунды. Я в самом низу. Следующий уровень. Все, собрались. А тебе тоже показывают, что время ускорено на 2? Да. Может, оно залагало, смотри, время зеленым светится. Покупайте все штуки быстрее! Я сейчас щит умру! Щит купили! Спасибо большое, дорогуша! Живем! О, мне на пружинку уже хватает. Так, что купить? А что ты хочешь купить? Прыжок купи. Спасибо! Двойной прыжок можно купить? Нет, двойной прыжок нельзя купить. В смысле? Я поняла, я вспомнила, как действует двойной прыжок. У тебя получилось, да? Не, я вспомнила просто, я его покупала уже. Ты, короче, если падаешь, ты можешь 2 раза на пробел нажать, и он сработает. Да, слушай, сейчас все пройдут по-быстрому тогда? Не, мне кажется, нет, мне кажется, не все умеют им пользоваться. Слушай, офигеть, а я не знал, что вообще можно такое. Надо почаще в башню ада играть, Антон. Никто никогда не покупал. Ну, мне кажется, просто это не самое нужное, не самое распространенное здесь. Я на зеленом, ура! В честь Нового года посвящаю эту победу своим подписчикам. Я зеленый прошла. Ну да, на начальном голубом. И я упала в самый низ. Слушай, я на голубом. Ей! Я еще поднялся выше. Я на предпоследнем уровне. Ей! Ты с пружинкой? Да. Хорошо, я тоже беру пружинку. Все, я взяла и купила пружинку. Все! Ей! Еще 5 минут. Не ускоряйте, пожалуйста. Антон, напиши, чтоб не ускоряли. Так, я сейчас пройду и ускорю тебе время. Антон, ну пожалуйста, не ускоряй! Я прошел! Пойду ускорю. Не надо, пожалуйста, нет! А ты поумоляй меня. Ну, пожалуйста. Сильнее поумоляй. Ребята, поздравляю вас! Новый год будет самым лучшим! Я почти прошла. Так, ну я тогда ускорю время. Нет, умоляю, нет! Зачем ты ускорил? Сейчас все после тебя пошли ускорять! Ну я почти прошла, зачем ты это сделал? 64, Настя, их 64. Ты мне больше не брат, я с тобой больше не разговариваю. Я тебе, зараза, в следующий раз сейчас пройду самое первое и ускорю. А, я ру просто с тебя. Сегодня Новый год, я очень сильно щедрый. Пружинку себе. Двойной прыжок. Да нафига нужен твой двойной прыжок? В смысле нафига? С ним очень удобно. А ты не хочешь купить щит или обычный прыжок? Ты же очень щедрый. Нет, тогда все будет легко проходить. А я за честность, только я могу себе хорошо быстро проходить. Ну что такое? Я такой радостный, я уже прохожу просто, я уже и на крас. Там. Чего? Да. Ты себе пружинку купил опять? Нет. Я упала. Вот видишь, у меня пружинки нет. Ты был рядом со мной, куда ты ускакал? Антон, я тебя догоняю. Неправда. Я тебя догоняю. Я уже на голубом. Я же голубой. Настя, не так было. А, у меня есть видеоподтверждение. Настя! А куда дальше прыгать? А, нифига себе. Такой намудренный уровень, красный, красивый. Да, я уже на желтом. Внизу? Нет. На карту посмотри.
смотри. Смотрите и учитесь, я уже нашел там. Батя покажет, как правильно играть. Блин, мне прям так нравится играть сейчас. Уи, как классно. Антон. Шо? Антон! Что, умерла? У меня очень сложный уровень. Нет, 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 я на голубом. Ты на голубой очень сложный, прям очень. Я его прошел за 2 секунды. Ё-моё! Розовый последний и розовый очень сложный, Настя. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Подожди, а как на голубом тут дальше вылезти? Я на желтом, я на желтом. Нифига себе, желтый, ты на розовом сложный. Уже, что? Розовый капец сложный. Слушай, а тут даже щит не нужен. Я не хочу. Что щит не нужен? Ты сказал, что он не нужен, но он капец как нужен. Щит купили только что перед тем, как я умер, серьезно? Я умер именно там, где нужен щит. И через секунду покупают щит. О, вот так вот, сейчас в моем месте станет реальностью. Я возьму и ускорю тебя. Вот же вы падлы, просто. Я отвечаю, это как вообще, как называется? Что за гринч мне портит Рождество? Настя, если ты ускоришь время, я тебя буду гринчем называть. Так это мило. Хорошо. Настя, гринч. Антон, подожди, а почему ты сказал, что розовый сложный, если он супер изичный? Так у вас там щитов-то нет? Так, я без щита его за изи проходила. Ага, конечно! Настя, я там проиграл, из-за того, просто под конец проиграл. А я прошла! Иди ты в жопу. Я прошла! Ускоришь время, будешь гринчем. А ты меня так не пугай. О, смотри, так ты уже на желтом. А, уже... вон тебя вижу, так ты уже на желтом. Уже смотри. На желтом. А, еще и с пружинкой. Ишь какой, ишь какой. Желтый на изи, пройти без пружинки, сними ее. Желтый вот один из самых сложных. Розовый, 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 он розовый, розовый, розовый. Все, розовый тут просто прыгает. Только на светяшки не прыгай, ты можешь, они могут быть прозрачными, ты можешь упасть с них. Давай, давай. Почти прошел. Извини, пожалуйста, а как это случилось? Ты слишком сильно меня поддерживал. Антон, у тебя еще 2 минуты. Быстро, быстро. Взял жопу в руки. Спидрон! И пошел. Давай, 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 давай. Я уже на оранжевом. Оп, я уже на красном. Молодец, перепрыгивай полностью красный. Голубой там супер изичный, потому что у тебя есть щит. Я на голубом. Давай, ты почти на желтом. 3 минуты еще, давай. Да, я пройду 100%. Уи-уи. Только на розовом не лоханись, я тебя умоляю. Ты смог это сделать! Мы лучшие! Пошли ускорять! Раз, два, три, поехали! Давай, смотри, сколько сейчас иксов будет. Мы смогли выиграть эту игру! Всех с Новым годом, с наступающим! Большое спасибо большое, что смотрели этот ролик. Новый год будет самым лучшим. С вами был Милоскел и Настя. Всем пока, с Новым годом! Всем удачи и всем пока. Пока.